Кузин Алексей Николаевич родился 23 марта 1923 года в деревне Трошно Козельского уезда Калужской губернии. В 1942 году Кузин призывается в армию. Осенью 1943 года войска Первого Украинского фронта начали форсирование Днепра и освобождение правобережной Украины. Участником боев на Днепре и освобождения Киева был 20-летний Алексей Николаевич Кузин. Советские войска вышли к Днепру в районе Печорской лавры. Командир стрелкового взвода, младший лейтенант Кузин, получил приказ переправиться на правый берег Днепра, закрепиться там и обеспечить успешную переправу своего батальона и полка. В ночь на 1 октября взвод Кузина начал переправу с большой осторожностью. Противник предпринял ряд ожесточенных атак, но все они разбивались о стойкость наших воинов. Командир взвода Алексей Кузин личным примером, смелостью и отвагой постоянно воодушевлял своих бойцов. В этих боях Алексей Кузин лично уничтожил более 25 фашистов. Расширив и удержав плацдарм, взвод младшего лейтенанта Кузина обеспечил возможность переправы батальона и полка дивизии. За героическое выполнение боевого задания младший лейтенант Кузин Алексей Николаевич был удостоен звания Героя Советского Союза. В боях за Киев Кузин был тяжело ранен и после госпиталя в апреле 1944 года демобилизирован и приехал работать в город Боровск. Умер Кузин в феврале 1982 года и похоронен в Боровске.